18 июня состоялась двусторонняя встреча президента торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирцхулава с президентом торгово-промышленной палаты города Варна Иваном Табаковым. Во встрече также приняли участие предприниматели, представляющие разные сферы бизнеса. Представители ТПП Республики Абхазия презентовали фильм о нашей стране, в котором был представлен ее экономический, инвестиционный и туристический потенциал. По словам Тамила Мирцхулава, презентация вызвала большой интерес среди участников встречи. Стороны отметили важность первого этапа по развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Для нас город Варна и торгово-промышленная палата этого города уже является таким своего рода партнером в целях взаимодействия и расширения уже существующих контактов между предпринимательским сообществом Абхазии и Болгарии. Встреча проходила в здании торгово-промышленной палаты Варны, на которой присутствовали как члены правления ТПП, так и заинтересованные предприниматели, которые знали о нашем приезде и проявили интерес и пришли на данную встречу. Делегация из Абхазии также посетила столицу Болгарии Софию. Здесь Тамила Мирцхулава подписала соглашение о сотрудничестве с генеральным секретарем Союза частного экономического предприятия Болгарии Виолиной Наковой. Стороны выразили уверенность, что соглашение станет импульсом к развитию взаимодействия между Абхазией и Болгарией. Прошла очень хорошая встреча, продуктивная, где нам было предложено провести презентацию нашей республики. Мы показали очень хороший фильм получасовой, который изготовила ТПП Абхазии, по итогам и просмотрам которого задавались разные вопросы, на которые мы отвечали, интересовались логистикой, страхованием, товарооборотом, существует ли он или нет между Абхазией и Республикой Болгария. Тамила Мирцхулава отметила, что товарооборот между двумя странами составляет более 130 миллионов рублей в год, и в Абхазии, и в Болгарии выразили желание скорейшего перехода из представительских отношений в партнерские. Делегация из Абхазии в рамках поездки также посетила один из винных заводов Болгарии. Руководство завода предложило абхазским виноделам закупать оборудование в Болгарии. Состоялся еще ряд встреч с представителями болгарской и российской торгово-промышленных палат.